Всем доброе утро. Ладно, отличная погода. Уже светит солнышко, купается народ. Московское время в районе 8 часов утра. Что сказать? Все классно. Море не идеальное, но чистое. Водичка прозрачная, камешки видно, но могло бы быть и лучше. Снимаю с телефона, поэтому как-то так. Может быть, другая картинка. Чем мы привыкли обычно. С утреца народ уже подтягивается. Сейчас покажу вам подальше катамаран, а то, как говорится, лицо к лицу, там лица не увидать. Вот стоят, ждут своих гостей. И причем у них с запасом тут они, точнее, находятся. Извините, без стабилизатора, вот как могу, так и снимаю. Вручную. Ребят, еще раз напоминаю вам, что все просьбы, все, абсолютно все, я жду только на канале Лазаревская сегодня Яндекс.Дзен. И, пожалуйста, смотрите внимательно. Название роликов тоже посматривать, а то задают такие странные иногда вопросы. Допустим, где адрес? Какой адрес того или иного объекта? Адрес прописан в названии. Сейчас пойдемте посмотрим еще раз лежаки, потому что это все равно будете спрашивать. Все равно знаю. Камера хранения. Пожалуйста, ценовая политика. И вот прокат шезлонга. Я так понимаю, на вчерашнюю температуру. Тут пишет 19. У меня было 22 по моим замерам. Ну, как-нибудь сделаю замер. Только не сегодня. Сегодня занят. Все, ребят, всем пока. Побежал. Этот ролик надо будет еще вытаскивать с телефона. Доброе утро.